Добрый день. Мы находимся на полевом городе Оренбург, на делянке под Солнышко, где мы 45 дней назад отработали гербицидом Листегопро в дозе 1 литр на гектар. Вот так вот выглядит наш подсолнечник и выглядит наше поле через 45 дней после обработки. Гибрид Бакарди. Норма высева 60 тысяч на гектар. Конкуренции с сорняками не наблюдается. Сорняки все под контролем. И сейчас плавно перейдем на делянку, где мы не работали нашим гербицидом. Вот так выглядит делянка, где мы не работали Листегопро. Подсолнечник конкурирует с сорняками. Я думаю, результат очевиден, так что выбор за вами.